Я убирай нахуй! Всем здорово! На связи Нариманыч. Новое для вас видео. И это будет трэш. Мы находимся в данном случае возле озера. На улице минус 11 градусов. У нас Арсений, новый участник, и Никита. Что же будет дальше? А дальше будут задания. Друзья, вытягиваем по одному заданию. Давай. Ты готов? Так, Фредди. Ну, пока не считай, потом вместе. Пошел. Ну и я. Давай, на счет три. Раз, два, три. Пройтись босым по льду. Охуенно, да? Так, ну ты ешь целый лимон. У тебя? Получи я эти похуйни. Я жду участник сюда и хуйни. Че, погнали? Ну, первое задание с Никитой. Раз он проебал немножечко, мы кидаем в него вот эти яички. Он сейчас раздевается догола, закрывает голову подушкой, оборачивается, ему и башу спину. И эти яички разбиты. Поехали. Давай, братиш. Дебил. Попался, блядь. Сука, первый промах. Давай, как кидается. Еще. Бля. Давай теперь я. Братан, сидеть надо, он нихуя не развивается. О, бля, ебанат. Еще сильнее. Еще одно. У меня как будто камень прилетел, бля. О, бля, идиот. Я с ней отскакиваю просто. Бля, это пизда жестко. Приложи лед, что ли? Ну все. Первое задание он выполнил, красавчик, получает 1 балл. Давай, продолжаем дальше сразу. Блядь, он долго я его жрать буду. Да что, попробуй. Еще один просто, давай. Писанька? Семечки. Давай, красавчик. Просто выполнил на отлично задание, потому что лимон жрать много нельзя, ну хуёв может стать. Ну и продолжаем, переходим уже к моему заданию, пройтись по льду. Вот лед на улице минус 1. Все нормально. Я раньше занимался борьбой. На льду борьбой занимался, так что мне похуй, мне нормально. Пися. Пися. Пися, смотри, у него на ухе какая-то хуйня. Это что, значит, то, что он привит. Привит? Да. И второй круг! Мы начинаем пополнять. Давай, брат, вытягиваем задание. Забыл покреститься, брат. Блять, ну. Блядь. Съесть салат вкуснейший. Я не знаю, что с ним, но это будет вкусный салат. Да, подготовь свою спину, ты мишень дротик. А ты дротик, ёбаный, давай. Блядь! Купаться в озере, раздеться на кусок. Я ж говорил, кармой. Погнали. Ну что ж, а мы начинаем делать салатик. Для этого у нас потребуется сосисочки. Молоко 2,5. Потом у нас есть бабушкина лукошка, а чело бабушкина Феликс, сырок московский. Ну и также майонез, ряба и сардина напоследок. Так, сначала у нас идет основа, это соус. Погнали. Получше, да? Плачкался. Ну чего не проши. Опа, я. Давай поближе. Я так думаю, это последний ролик на нашем канале. Ты сырок забыл. Сырок потом, братан. Добавим крабовое мясо. Будешь мясо, сынок? Ты ешь? В принципе, полноценный суп почти готов. Осталось добавить Феликса.
уютный. Давай, давай, выкладывай туда. А, это горчица ты видишь? Да, горчица. Это тыква. Тыква рис. Это пиздец. Блять, лучше бы искупался. Блять, это пизда. Не-н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 е-
Рука трясет. Нет, нет, я обратно. Заедай! А ты до конца, до дна? Фу, я сейчас сам болевану, по-моему. Да-да, не, выполнено. Погнали дальше. Пока мы поели, покушали, насытились таким охуенным салатом морским. Продолжаем дротики. Братишка, раздевайся. Так, мы специально сделали все качественно, все нормально. Есть защита, чтобы ему не попасть в хребет, позвоночник, чтобы все нормально было. Задача попасть вот этим, чтобы он воткнулся и держался. One, two, three. Блять, пиздец, блять, больно за него, нахуй. Мне за него больно. Они. Все, готовы. Вылез. Я чувствую что-то. Пиздец, это неприятно. А, блядь. Два дротика. Ох, хорошая дырка. Оу, блядь. Сука, у тебя. А тут ничего нет. Вот я хорошо привожу. Ты долбоёб, сука. Ебал я в рот эти задания, знаете ли. Всё нормально у нас есть. Нет, у нас нихуя! У нас есть скорая помощь, все нормально, сейчас мы его подлатаем и продолжим задание. Все, погнали, у нас задание с Никитой, который должен искупаться в этом озере. Вода здесь 3 градуса, 4, очень холодно. Мы подготовились, если у него что-то сведет, то я сразу ныряю, прыгаю, вытаскиваю, потому что, блядь, сдохнет купаться. Давай, Никита, быстрее! Я хотя плавки взял быстрее. Ну, фуй, ты, ё! Я уже сердце довольствую. Мурашки такие кожи. Воду не щупай, лучше сразу ныряй. Я тебя отвечаю. Ныряй, прямо оттуда рыбку. Пиздец. Раз. Нет. Подожди, я там. Давай. Раз. Раз, ёпта. Какой ужас. Сука! Ой, на руку! Охуеть! На руку! Охуеть, блин! Стой, стой, стой! Охуеть! Охуеть! Ебать, тепло! Тепло! Ноги замерзли, правда. Ну, а так нормально. И пошел третий круг! Даем Никита тебе. Отогрелся, согрелся. Мне очень стыдно, когда я прыгнул, я очень много орал всего некрасивого, там были дети. Мне даже сейчас стыдно. Тогда было все равно. Читаем, вот что у тебя? Мишендая Маша. Да, сука! Я не бьюсь маркером! Спасибо, брат, то, что ты забрал это задание. Ты становишься елочкой, тебя наряжают. Блять! Пробует на вкус червей. Это хуйня! Что мне нужно сделать? Просто закинуть сейчас? Сейчас я так попробую на вкус. Да, на, так попробую. Да, попробую. Ну, лапы. Откусить должен. Движется. Вот этот живой точно. Чё ты жри? Здорово. Ладно, вас рады? Блять, какие лапы стрёмные, а? Закрой глаза, представь, то, что эти мармеладки. Покажи их, Артур. Фу-фу. Фу-фу его. Ну да, они ползают там. А вот так и нужен. Что, нет? Всё, давай. Ну, а мы переходим к следующему заданию. Ну и начинаем мое задание. Я в роли елочки. Сейчас быстренько разденусь, попробую небольшой стриптиз.
Ну вы поняли? Вальс! Нет, брат! Давайте за один, я за второй. Одновременно? По-братски, блядь, не надо. Возьми мочок рукодинчиком в цене. Нет, медленно. А, нет, ты уже, ты прижал, я отжимаю! А, бля. Все, ради вас. Давай губу, губу. Вверху. Язык доставай. Я не достанется. О, блядь. О, не смешись. Стой, киночка. Давай. Нет, блядь, нос не надо. Надо. Прям нежно, прям нежно. О, блядь! Не, убирай нахуй! О, сука! Всё. Да, да, все, нахуй, убирай, нет. Кровод давай. Кровод давай. О! Давай! Ну а мы переходим к заданию с маркером. Мы начинаем охоту на свина. Так что сейчас он пока развивается и побежит вон в ту гору. А наша задача попасть в него вот с этого маркера. Беги, блядь, свин! Свин, теперь беги! Бля, в шею, не урод. Я говорю, не стреляй на шею. Чё ты ржёшь? Ну и как я надену кофту на эту? Это больно. Ты за как больно на первый? Да, я все раз вот по шее. Ещё и на шоу, я больно. А, сука! Чё там за хуйня? Они спиртовые? Парни готовы после всех этих мучений. Еще один круг, давай. Бог удачи, ну пожалуйста, ну хоть раз, мне в жизни, всю жизнь не везет. Я первый, давайте. Торт в лицо. Четыре полоски на тело. Попробуй на вкус москитов. Я все сегодня успею пожрать, похоже, да? Ну что ж, давайте, Арсений первый, я второй, Никита третий. Посмотрим, как он ест. Погнали! Четыре восковых полосочки сразу на две ножки. Ну пока меня все устраивает. Да, туда, пока хорошо. Нет, подожди, раз, четыре. Ты как я? Стой! Подожди! Нет, стой, какая-то хрень. Оно липкое. Ну да же. Ну да. Надо, чтобы там же вышло. Чувствуешь тепло? Да. А, блядь! Да, неприятно. Профессионал, блядь. Раз. Раз. Ай, блядь! Нет, у него не осталось. Что, я так должен ходить теперь? Жопа. Мусковые закончили, теперь идем к торту. Тортик, пацаны. Давай. Нам надо от души приложить. Раз, два. Джонни с вами, одноглазый Джо. Блять, у меня ухо заложилось. Все с моим ухом. Ну а пока я буду отмываться и чиститься, вам Никита сожрет пару москитов. Едим вкусно. Вверх. Так, если блевать, то не на меня. Матрилик, ведь не любовь. Это самый топ-клевый. Силу, силу. Стой, можете уплевывать, достать сразу задание и прочитать, какое будет следующее. Давай, ты тоже сразу. Получи холодным веником по спине. Облейся молоком, при этом раздейся.
положить 2 таракана в рот. Сука, ненавижу, блядь, самое то ебаное задание, которое я так не хотел, блядь. Ладно, погнали готовиться. И потом сразу все покажем и расскажем. Вначале он будет раздетый, и мы окунем их в воду. Погнали! Мы будем его обливать молочком. Так что пока Арсений трясет сиськами, мы греем молочко. Какую греем? Давай речь. Хуя у тебя соски, блядь. Ух, бал, блядь. Иди нахуй, не рак, блядь. Сучара. Обтирайся, ёбан. Ну, у тебя тоже в ухо попало. Да ебал я в это ухо. Пока на этом все, а мы перемещаемся на другую локацию. И вас ждет еще один трэш. Конечные выпуски. Погнали. Блин, ну как я не хотел это задание делать. Это тогда в прошлом видео, где я угорал на телками, потому что они в рот его ложат. Мне тоже оно попало. Блять, как их взять? О, падает. Давай я тебе достану. Бля, пацаны, я их потом выкину нахуй. Как та веточка, сокрой. Сколько нужно продержать? Секунд 20? Куда она вдохнула? Ну, давай 15. Считай, раз, два, три. Я, короче, думал, что они будут еще там влазить, блядь, у меня во рту. Но они, короче, они подмерзли, короче, это. Но вкус они подсунули. Короче, мы тут немного намусорили уж, понимаете? На открытой природе все снималось. Чтобы не было никаких, сказали, то, что, блядь, вы мусор оставили или еще что-то. Мы на камеру все уберем, чтобы было все чистенько, красиво. Потому что все мы люди, мы отдыхаем тоже так же, как говорится. Все убрали? Да. Мы уж так частичку того, то, что мы убрали, показали. Но так мы все убрали, короче. Что, бля, на доверии работает, пацаны. Вот и подходит наш выпуск к концу. Пишите в комментариях, кто был самым достойным игроком среди нас троих, кто делал самые лютые вещи, что было круче, что было не так круто. Пишите свои отзывы в комментариях, ставьте большие пальцы вверх. Для нас это очень важно. Это и есть наша мотивация. Подписывайтесь на канал, ну а дальше вас ждет самые лютые вещи. Так что, братцы, спасибо за просмотр.